Я чувствую. Без детишек здесь так пусто. Жаль, что я не смогла отправиться с ними. О, это ты! Я рада, что ты пришел. Виктория больна. Только что она была в порядке, и вдруг она еле дышит, а врачи не могут понять, что с ней такое. Ее ожерелье. Ожерелье? Ну, оно на ее комоде, застежка сломалась, но я починила. О ней кто-нибудь спрашивал? Нет. Я должен спрятать Викторию. Какое самое безопасное место в здании? В подвале. Спускайтесь быстро. Я приду туда с Викторией. Да, конечно. О, Господи, благослови. О. Пойдем. Спасибо. Ты вернулся, как и обещал. Мне было так страшно. Это что, выстрелы? Не бойся. Я обещал Диане охранять тебя. Я знаю, что тебе довелось пережить. Больше никто не причинит тебе зла. Веди себя тихо. Веди себя тихо. Просто помнишь тот прикол с изолентой? Какой вот он, Вейн. Парень любит жесть. Тащит. Пойду включу свет. Сестра Мэри уже ждет в подвале. Встретимся там, все вместе. Старик, нельзя же так. Совсем краев не видел. Что мы творим? Заканчиваем начатое. Пошли. Надо найти девку. Они там совсем жестят. Если мы ее не найдем, Вейт нам жопу разорвет. Иди узнай, что у них там. Да, мы тут все разносим. Пока нет. Не волнуйся, я найду ее. Хорошо.
Убивать? Нет. Рано еще. Продолжай допрашивать. Прошу вас! Ты что это делаешь? Ты чего тут ползаешь? Ты вообще кто? Жаль, что ты его не видел. Он обоссался. А ведь здоровый мужик, прикинь. По мне так мочи так. Вы ее уже нашли? О! Рот на замке. Но уж как ляп. Так! Девочки, встали в круг! Все здесь! Дайте мне эту сраную девку, пока он вам каждому по новой девке не сделал. Ищите лучше. Вперед! Настоятельно рекомендую подняться. Тут всякие собаки гадят. О, блин. Хреново дело. Фигня такая. Стетория. Эта хрень ее лечит? Нет. Не знаю, что лечит. Думаю, если съесть сразу... Звучит много, прикольно. Хватит фигней страдать. Бери все, что можешь. Вот, сидя. Нашли что-нибудь? Пока встань, не парень, каждый ходи, шкафчик. Как нормальный человек. Наверняка. Вы слышали, что я там сказал? Быть недоволен. А я лично не хочу бесить этого чокнутого придурка. Ясно? Шевелите. Вперед! Живо! Да, да. Я сказал им. Знаю. Это что за фокусы? Брейк-данс? Этот парень... Не знаю, кто. Кажется подозрительным. Это мог быть кто угодно. Эй! Подойди-ка на минутку. Тебе здесь что-то нужно? Эй! У тебя бананы, что ли, в ушах? Иди сюда! Я вооружен, придурок! Иди сюда, быстро!
нельзя же так. Совсем краев не видим. Что мы творим? Заканчиваем начатое. Пошли. Надо найти девку. Они там совсем жестят. Если мы ее не найдем, Вейт нам жопу разорвет. Дверь заперта, мы вооружены до зубов. Спасибо, Декстер Индастрис, да? Бояться надо тому, кто к нам сунется. Старик, нельзя же так. Совсем краев не видим. Что мы творим? Заканчиваем начатое. Пошли. Надо найти девку. Они там совсем жестят. Если мы ее не найдем, Вейт нам жопу разорвет. И не узнаешь, что у них. Да, мы тут все разно... Шутит. Что? Что за... Идите, у нас тут хамелеон! Это может быть мой шанс. Да! Да ладно! Я же никто! Я ничего вам не сделал! Я вас даже не знаю! Черт возьми! Это шутка? Какой-то телешоу? Хотите, чтобы я заорал? Розыгрыш?
Так, девочки, встали в круг. Цели. Все слушайте. Я говорил с Уэйдом по телефону. Он в ярости. Эй. Эй, а ну стой. Кому говорят? Молись своим богам, чтобы я тебя не нашел. Но я все равно... Эй, как вы? Как вы там? Пацаны, ну что там? Я не верю в привидения. Так что хорош. О чем ты думал, парень? Пришел сюда... Стой, тот парень! Что-то с ним не то. Что там у вас? Мы знаем, кого искать. Пошли! Он переоделся! Нельзя же так. Совсем краев не видим. Что мы творим? Заканчиваем начатое. Пошли. Надо найти девку. Они там совсем жестят. Если мы ее не найдем, Вейт нам жопу разорвет. Иди узнай, что у них там. Да, мы тут все разносим. Пока нет. Не волнуйся, я найду ее. Там уже давно. Чувак не сопливый. Дети с едой что ты его не видел. Он обоссался. А ведь здоровый мужик, прикинь. По мне так мочи таких надо. Да уж, ты его здорово уделал. А то как иначе? Ну хватит. Устроил тот цирк с конями. Дуэйн, поди. Рот на замке. Ну уж как ляпа. Слышь, ты б завязывал в раскоряку-то шастать. Со стороны ужасно смотрится.
Вставай! Встань, говорю, будь мужиком! Знаешь, я бы сказал, что ты довольно странный. Гомо-сапиенс ты, или просто гомо? Живо! Эй, придурок, ты чего тут рыскаешь? Решил в шпиона поиграть, что ли? Сказал им. Знаю. Но тут хрен знает что. Не знаю кто. Может быть, Дуэйн? Это мог быть кто угодно. Погодь минутку. Эй, членоголовый! Ты чё тут забыл? Ищи девку, не стой как дурак! Да, нет, нет. Всё схвачено. Так, для моральной поддержки. Нет, без свидетелей. Ну, это я обещаю. Не боись, найдем ее, она твоя. Ага, да, ладно, ладно. Вейт там совсем уже охреневает. Найти ее, живо! Вот это да, потрясающе. Когда ты так делаешь, ты становишься невидимым. Камуфляж? Прямо как в кино, когда кричат, где он, где он? А он рядом стоит. Интересный способ обратить на себя внимание. Мне все это. Эй, ты! Ты куда прешь? Как я и думал. Сестра. Сестра Мария. Кто? Кто вы? Что с тобой такое? Мне нравится, когда ты рыкаешься! Ну же, дерись, девчонка, дерись! Эй, Вейк! Я тут не для мебели вообще-то! Папенькин сынок! О, блин, ты этой крошечной шнягой весь день тут уже размахиваешь! Заткнись, Вейк! О, ты решил, что ты крутой, Ленни? М? Крутой, прекрати! Да? Прекрати! Ну как же, чувак, ты крутой? Давай, давай, крутой парень! Нет, давай, чувак! Блин, ладно, я тебе покажу! Заткнись, сука! Или я сейчас грохну тебя нафиг! Эй, шухер все! Хромой хрен Ленни разбушевался! Прочь с дороги! Знаешь что, вы? Просто... Блин! Боже мой! У меня кровь на руках! Все это видели? Шлюшка лопнула, как чертов арбуз! Ленни! В общем, слушай сюда. Сейчас взрослые здесь все приведут в порядок. А ты смотри. Молодец, Ленни. Молодец. Нашли людей. Теперь что? Пойдем. Ждем на
пока Уэйд не даст команду. И не ширяться. Нет. Это плохо, очень плохо. Копы наверняка ждут нас снаружи. Ты, блин, про это подумал? Надо убираться отсюда. Сейчас. Иначе мы бы узнали. Давным-давно. Расслабься, а? Ты зачем это делаешь? НЛО за тобой вернулось. Что за херня? Будут как подсадные утки для копов. Это из-за лысого. Помнишь того, который был в терминусе? Тут все поговаривают вот так. Наверняка про него. В общем, это из-за него. Уэйн так снялся. Если ты долбанул, услышишь. Заткнись и делай то, за что тебе платят. Встань, пожалуйста. Поздравляю, ты самый тупой кретин из всех, что я встречал. У меня две кузины клей едят. Познакомить? Эй, придурок, ты чего тут рыскаешь? Решил в шпиона поиграть, что ли? Что-то тут не так. Эй, приятель! Эй, ты! Эй, куда это ты направился? Эй, эй! Компотом уши моешь? Развернись! Эй, козлина, а ну вернись сюда! А вот и ты, парниша, я тебя заждался! Научил кое-чему, чтоб ты сдох медленно и в корчик, гребаный ублюдок. А ты, лысый, не двигайся, блин, а то я башку тебе прострелю нахрен. Вот так вот. Вот что бывает, Фейт, когда лени трахают мозг. Никогда не трахай мозги лени. Хоуп, Южная Дакота. Далеко тебя занесло. Блин, у меня стояк. Почему у меня стояк?
все именины. Да, да, ты просто прелесть. Итак, знаменитый Птаха. Я надеюсь, ты не зря меня сюда притащил. Я хочу предложить свои услуги. Это твое похищение. Я боюсь, ты даже не представляешь себе, с чем ты столкнулся. Надо же, Птаха, как трогательно. Дай-ка я на тебя взгляну. Внушает ли это лицо мне доверие? Дом мертв. Привет от Лысого. А значит, тебе нужен внутренний источник. И кто справится с этим лучше меня? Я прав? Нет, Птаха, ты не прав. Видишь ли, девчонка у меня, а значит, ты на самом деле мне не нужен. Постой, 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 не торопись. Послушай, серьезно? Смотри, ты не понимаешь. Ты же хочешь загнать ее подороже, а значит, тебе нужен я, чтобы все устроить. Это по моей части. Ты думаешь, я не способен даже отследить твои звонки? Какой хороший день. Птаха, а кто... Как там, черт побери, ее звали? Джейд! Кто это Джейд? Да пошел ты! Ответ неправильный. Боже, как я люблю эту страну. Здесь можно добиться чего угодно. Были бы мозги и, так сказать, кахонс. Ладно, ладно, ладно. Эта сучка из агентства. Агентство? Ты хочешь сказать, что Виктория связана с агентством? Да! Пусти его. Это опасные люди. Перейди им дорогу, и они найдут тебя. Но если ты сделаешь меня посредником, ты не понимаешь, если они подрядили на это гребаного агента 47-го, она, наверное, стоит миллионы. Миллионы! Я рискнул. Ладно, считай, что ты отмазался, Птаха. Ты мне очень помог. Но если я еще раз увижу твою крысиную рожу, я тебя закопаю рядом с отцами-основателями, обещаю. И не сомневайся. Отлично. Отлично. Думаешь, ты можешь выкинуть меня из дела? Но ты у меня дождешься. У меня для тебя сюрприз. Да. Да. У меня для всех вас сюрприз. Yes.
Как поживаешь? Ближе, ближе. Вот каков красавчик. Он поехал в город со снаряжением. А ну, и что же это за снаряжение? Успехи на службе. Ну что, нравится? Теперь отвали, а то по яйцам отпинаю.
забей. Это было 17 лет назад. Хотя приятно увидеть новое лицо. Мне в горле пишет. Но если не заткнешься, то в горле закрошит мой ботинок. Задолбал уже. Я честно заслужил и сердце, чувак. Боже. Ладно, признавайтесь уже. Кто из вас настроил мою кучу прямо под нос? Я не хочу. Ты просто кусок дерьма. Да брось, играй давай. Можно кого-нибудь найти? Ну перестань, я знаю, тебе весело, но ты ведь уже... Парикмахерская! Ежедневно! Ровно в 12! Эй, амиго! Как тебе в провинции? Местные не обижают? При случае зайди в оружейный магазин МакГарманда. Там для тебя небольшой презент. Диана часто говорит о ней.